Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать во вторую часть нашего прохождения, нашего летсплея нового Человека-паука. Я даже не ожидал то, что в этой серии моя левая нога сможет застрять в бордюрчике на крыше. Но это не важно. Важно то, что вы, ребята, в предыдущей серии просто дико меня поддерживали. И на самом деле мне это очень сильно вдохновило записать еще одну новую серию. Потому что все так сказали, мол, Эдисон, это что-то офигенное. Запиши новую серию. Поэтому, ребята, я ее записываю только для вас, чтобы вы знали. Только для вас. Поставь лайк и напиши что-то в комментариях, если хочешь продолжение. Я обещаю, если мы на этой серии наберем 25 тысяч лайков, сразу же завтра выйдет новая серия Человека-паука, и мы пройдем эту игру полностью до самого конца. В предыдущей серии мы с вами остановились вот здесь, после какого-то преступления, которое мы раскрыли. Сейчас мы идем на нашу обычную работу, как я понимаю, потому что нас вызвали сюда срочно. Мол, Эдисон, приходи, надо работать, надо бабки зарабатывать, чтобы оплачивать аренду своей хаты. Простите, опоздал. Я... Вы мне сказали не тараторить во время катсцен, поэтому я не буду. Все, рот на замке просто! Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Нифига себе. Ёпер СТ! Вы чё меня пугаете? Вибратор трясется опять. О, черт. Ну я его так назвал в предыдущей серии. Все, не болтаю, не болтаю. Еще нет. Сейчас. Доктор Октавиус, вы в порядке? Да, это вот этот доктор Октавиус, у которого вот эти руки, как будто он скорпион, да, какой-то? Но почти. Ну да, но почти не считается. Вот в чем проблема. Гуччи линзы. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Пахнет. Уверен, следующий этап. Не будем. Сжёной резины, скорее всего. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Согласен. Но... потом поговорим. У меня и так очень много преступлений, которые нужно раскрыть там на улице. Ладно. Это бред какой-то. А чё бред? Мог не проверить протез. Ага. Да, док выгнал. О-о-о-о-о! В форме, малыш. Я бы хотел такую механическую руку, которая за меня бы все делала. Допустим, я бы просто контроллером управляла, она бы там что-то... Окей, окей, да... Смотрим, что с тобой не так. Да в смысле, не... все работает. Что починить? Господи, это мы с вами сейчас будем программистами, да, как я понимаю? Octavius Industries. Господи, повреждения, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, оу! Что это такое? Если бы я не опоздал на проверку, соедините зеленый начальный элемент с оранжевым конечным элементом. Божечки. Так, хорошо, давайте вот это повернуть. Ап, вот так, хорошо, здесь у нас тоже вот так. Поворачиваем, здесь вот так, потом сюда, ага. Слушайте, прикольно, прикольно. Потом сюда. Подождите, а что мне тут надо? Вот так, да, здесь вот так, а здесь тоже вот так, только вот так вышло. Повернуть. Все! Я хакер 99 уровня! Да хватит! Окей. Направим сервопривод. Ребята, учимся с вами на айтишника. Вот в чем проблема. Хорошечно, хорошечно. Так, подождите, что мне надо? Сюда, потом, сюда, сюда. Я быстренько это все порешаю, я же учился на айтишника в свое время. Ну, знаете, такое себе, конечно, было занятие. Я проучился там совсем немного. Дальше. Так, дальше. Так. Так почему оно не работает, у меня такой вопрос. Вот так, хорошо, дальше. Вот, все работает. Подождите, вот сюда. И вот еще вот так прямо подключаем, зашибись.
Все, я надеюсь, все. Дальше. Вы, мать вашу, издеваетесь. Вам нужно соблюсти требования к заряду. Некоторые элементы схемы дают положительный и отрицательный заряд. Хорошо. 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 То есть сюда переподключаем. И вот сюда. Ну все. В смысле? Нужно было, чтобы вот три вот этих зеленые точечки, полосочки были. А, повреждена. Готово, готово, готово. Все, зашибись. Я настоящий хакер. Ага, передача завершена. Посмотрим, что будет. Ну все, вроде должно работать. Двигать рукой. Как новенькая. Вот! 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 Я говорю, она много чего умела бы делать в реальной жизни. Если вы понимаете, о чем я. Так, куда? Посмотреть работу, когда будет время. Давай, потопаем. Ребят, я сразу хочу сказать то, что вы мне дали знать в предыдущей серии, то, что наушники, точнее, то, что микрофон от моих наушников, он нормальный, но слишком много шумов, когда я дышу. Мол, да. Поэтому я переподключил свой микрофон от компьютера к плойке. Мне кажется, сейчас намного удобнее мне лично стало, и также намного приятнее звук для вас стал. Поэтому давайте мне знать, если что-то не так. И я рад, то, что вам нравятся такие ролики, которые идут, мать вашу, по полчаса. Без срезок, просто нон-стопом я начинаю записывать 30 минут, и 30 минут просто записываю. Я очень рад, что вам нравится Let's Play. Я готов выпустить еще одну серию, если вы мне дадите знать. Да хватит этих анализов, все мы уже прекрасно поняли. Испытание с новым материалом для Подождите, как я понимаю, нас сейчас обучают делать всякую вот эту фигню, да, совмещать. Ага, нажмите, чтобы выбрать элемент. Выбираем элемент. Подождите. Используйте. О, господи, какой мне элемент нужно выбрать? Вот этот. Подождите, поместить в свободную ячейку. Вот. Здесь есть сочетание. Здесь переместить. А здесь 100% вот это. А здесь 3, ну здесь вот это. То есть просто нужно соблюдать все вот эти полосочки. Так это изи. А что тут сложного, не могу понять. Вещество поздно, просто опоздал какой-то... Гидроген-полимерный композит. Точно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Изи, просто изи. Дальше, все. Дайте мне полетать за Спайдермена! Все. Уйо отсюда, пожалуйста. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не... Окончательно не раздолбил, да? Ладно. Оп! Пиу-пиу. Полетели. Хорошо, давайте нам следующее задание. Пройдено! Получен опыт 250. Замечательно, шикарно. Человек-паук, это Юрец. Алло, да. Да. Здорово, Юрец, я уже по тебе соскучился, на самом деле. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. 2000 метров. Со Скорпионом, Электро и компанией. Ребят. Ты должен быть польщен. Такая компания. Ёханый бабай. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание, как раз для такого уникума, как ты. Мне кажется... Для тебя, Юрий, что да угодно. Да закрой рот уже. Уже в пути. Почти добрался. Так, все, добрался. А что здесь у нас такой вопрос? О-ля-ля, здорово. А, я с Юрцом встречаюсь. Юрец Вахтанович, да? Если я хорошо помню, так вас зовут. Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. А у него сишки были в руке. А, значит, Понятно. Она курит. Так, а зачем нет. ты звонила? Это... Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Аскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Ладно, что, сейчас свои? Мы будем подключать, Возможно. Я понимаю, все вышки. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. Давай, я готов, я готов. О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что Давай, делать. Давай, я готов приступить! Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Подключаем вышки, да, всем? Хорошо. Давайте, начинаем. Проверю-ка я эту вышку. Входные частоты смещены. Изящно. В смысле, а что мне надо делать? Что так сложно? Ничего не понимаю. Сложно, ядрёна мать!
Под... Ни черта не понимаю. Ёханый бабай, как это сложно было. Подключить какие-то вышки. Так, все. Одна готова. Наша вышка снова заработала. Ты помог? Нет, мать вашу, бабушка моя. То, что ты сделал, это можно повторить другими вышками? Конечно, можно. Сейчас разберемся, Юрец. Знаешь, что для главное, чтобы ты мне заплатила. Мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку кража со взломом. Кража? Хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Для поиска преступника. Опа! Бандюганы попались! Прикрывай. Что, воровать, значит, что-то будете, гниды, да? А я изучил, кстати, несколько способностей, которые позволяют мне вытащить из рук злодея оружие и его же фигануть. Забыли ключи. Па! А противники с холодным оружием способны блокировать большинство удара, но уязвим, подбрасываем воздух. Ага, все понял, понял. Подбрасываем воздух. О! Так, подождите, смотрите. Дайте мне сюда кота писюна. Па! Ай! Ты шо? Пи-пи-пи-пи-пи-пи! Ты офигел! Офигел! Кому? Да, слушайте, там не было же подсказки. На! Вот смотрите. Вытащил и ударил его же. Оп! На, на! Иди сюда! Я... У! На, собака! И на всякий случай... На! 65 опыта. Ну, всё, маловато как-то. Спасибо. Предотвращайте преступление, чтобы получать жетоны преступления, которые можно ставить изготовление больше качества снаряжения. Мой любимый, грубый, но милый, опытный детектив. Хорошо. Так! Нет, ты обещал, что больше не... Коп-паук. Какой коп-паук, мать вашу. Так, побежали, преступление! Преступление! 100 метров! Мне нравится преступление не разгадывать, а предотвращать. Все, хватит. Опа! Отвали, я вас только что отдрюкал всех. А вы опять тут появились, да? Я сказала, отвали! Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас мы спасем бедную девушку. Сейчас все будет нормально. Три полоски у пацана. А ну потише, леди. Так. Не хочу. Ладно. Громил очень сложно. Нихрена себе, ты накачанный на стероидах! В рукопашной, чтобы заставить ее раскрыться, используй паутину и броски предметов. Понял. Понял. Нас просто учат, да, сражаться со всякими громилами и прочее, прочее. Да ты заколебал. Уу! Ты чё такой жесткий? На! По хлебалу получай. Опа! И ты по хлебалу получай. Все? Подожди, а как я громилу ушатал? Я даже не заметил. Она умрет! В смысле умрет? А подожди, что мне нужно делать? Спасите заложника, переместите, пока не истекло время, используйте для прицела, и затем нажмите R1, чтобы... Слушайте, сложно. Ладно. Ба! Сволочь-то такая, сутулая. И на всякий случай. На. Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Спасибо, я знаю. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Хватит трындеть, пожалуйста. Да парень, не за что. Паук. А человек-паук. Ну. Так, 91 можно метр. Можно разглядеть следующую вышку. Еще, короче, как я понимаю, в этой серии мы с вами будем запускать, чтобы проживаться по стенке, ага, и удерживать R2. Слушай, паук разглядел. Да, я уже научился. Вторую охранную вышку. О, вижу. Тебя, вижу. Что? Нет, конечно нет. Вижу. Никогда не понимал. Слушай, как мне нравится летать. Офигеть. А как мне подсоединить? Как? Подождите, я... Опа, хочу притащиться сюда. Замечательно. Удерживайте, чтобы прицелиться. Ага.
Можно настроить эти вышки. Расшифровываем. Не только на преступление. Ой, господи, как это сложно. Вот, все, а нет, во второй раз уже намного проще. Что он сказал? Можно настроить эти вышки не только на рюкзак какой-то. Есть. Мы нашли потерянный рюкзак. Все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Подожди. Что же это? Рюкзак какой-то. Ладно. Давайте. Рюкзак Человека-паука, ребята. Подожди, где он был? Где он был? Побежали, 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 побежали. Опа! Ого! Это же мой школьный рюкзак. Я забыл. Вот и реально его школьный рюкзак. Рюкзак Человека-паука. Неплохо. Интересно, а что в нем было, такой городу? Вопросик? Мне вот эти все рюкзаки нужно будет собирать. Ищите рюкзаки, чтобы получать жетоны рюкзаков, которые можно тратить на изготовление более качественного снаряжения. Продолжить. Хорошо. Прекрасно. Ладно, давайте отправимся вот сюда. Меню с первого свидания. Коп-паук в деле. Какое он ограбление? И паук, но главное Сейчас все будет. Подождите, дайте я рюкзачочек. Да буду. Оп, оп, не-не-не-не-не, мне вот сюда нужно. Ага. Медсчет. Прекрасно. Дальше куда? Еще одно ограбление! Сволочи-то такие! Давай, забираемся, забираемся, паучок. 300 метров осталось. Ща, предотвратим. Ограбление. Опять, небось, какую-то бабушку грабят. Забирают у нее пирожочки. Давай. Ай, подожди, а как парить меня учили? Вот так. Ага, понял. Оп. А, реальное ограбление ювелирного магазина. Открывай сейф, живо! Здорово. Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Обезоруживаем и ему же по хлебалу. Обезоруживаем и ему же по хлебалу. Ай, и мусорным ведром по хлебалу. И просто по хлебалу, ногами, руками и всем, чем только можно. Все? О-о-о, еще кто там подъезжает, да? Еще? Ладно. Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Оп. Че ты вякнул дверью, не хочешь по хлебалу? На! Слушайте, я люблю вот этой фигней бросаться дверьми и всем, чем только можно. Смотрите, берем, вытаскиваем автомат и ему же бьем по лицу. Это лучшее, что я когда-либо изучал. На Страже Мира, починить третью вышку. Так, Юрий, давайте. Сейчас где починю она? Последнюю вышку в Чайна-тауне. Где она, где она, где она, где она? Я тут подумал, Юрий. Давай. Служба закону, удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Да куда? Все идет туда, куда я думаю. Все идет туда, куда надо, не переживай. Коп-паук в отставке. О, господи, как же мне далеко нужно добираться. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о копе-пауке. Давай! Ай! Юрий, ты тут? Давай, 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 побежали. Наверное, третья, последняя вышка. Эмоциональности момента. Подождите. Нет. Оп, и третья вышка. Давайте синхронизируем. Ой, как я ненавижу эту фигню на самом деле. Ага, вот так. Вышки показаны на карте различные находки. Испытания и побочные задания. Пройдено 2500 опыта! Нормасики, какасики! Новый уровень. Третий уже уровень. Так, там еще больший урон. Что там было в рукопашку на 10% больше? Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. А, окей, а что мне нужно сделать? Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Окей, окей, окей. Так, подождите. Там есть... Там есть еще один рюкзачок. Доктор, как куда, все пошло куда? С комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Оп. Мне прибраться в лаборатории? И вот оп. Нет-нет, так, я все равно ухожу. Где, подождите, а вот он. Продолжим завтра. Плюшевая игрушка. Мы продолжим творить будущее.
Прекрасно. Хорошо, ребята, смотрите, что я вам предлагаю. Его оптимизм на развес бы продавать. Сейчас мы... Похоже, до завтра он не появится. Топаем. Можно заняться костюмом. Да, в нашу лабораторию, потому что мне на самом деле даже интересно посмотреть, что же там такое будет и как мы с вами починим... наш костюмчик. Как я знаю, в этом Человеке-пауке есть очень много различных других костюмчиков. Да какое ограбление? Вы заколебали! Где? Я вижу. На карте там что-то есть. Подождите. Где? Какое ограбление? Это вы, придурки! На! Офигели, что ли? Подождите. А как? Подождите. Сейчас вспомню. Вот как нужно. Я понял. Я просто забыл, как от стены можно отталкиваться. Да все, смотрите, как от стены можно. Да, в смысле не сдавайся? Похоже на то, чтобы я сдавался. Пушку выкинул с руки, бандюган сраный! И ты тоже! Все, всех раскидал, да? Обожаю предотвращать грабежи. Да, ошибись. Это же основа нашей работы. Преступление бандитов Гринвич. То есть я могу 5 таких преступлений, да? Раскрыть. Это на самом деле прикольно, потому что дается нормально. Ну, 75 опыта как бы тоже не ухты-мухты, да? Но все же... Неплохо. Так, подождите, здесь есть у нас еще одна вышка. Мы можем отправиться туда. Давайте, ну, на самом деле мы туда отправимся, потому что нужно ее будет активировать. А с новыми вышками мы, как вы все прекрасно понимаете, можем открывать новые какие-то задания. Нет, это не вышка или вышка. Подождите. Я все правильно делаю? Да, все правильно делаю. Хорошо, давайте еще вот эту активируем. Вот, все нормально. Еще две вышки такие, все будет замечательно. Хорошечно. Так, смотрите, у нас здесь есть еще одно преступление. Еще один рюкзак. Это что за преступление наверху? Непонятно. Мне кажется, вот это как раз таки уже можно будет в следующей серии сделать. Хотя мне на самом деле очень даже интересно, что там такое. Оп! Оу! Так ты, вот кто! Взломщики. А, это вы просто на крыше были, да? И детки решили порезвиться! Стой на месте! На! Сейчас, подождите. Сейчас кого-то... На! Как я люблю в воздухе всех фигачить! Пам-пам! И... Да что за живучий-то такой, свол? Пиу. Все, всех раскидал, да? Совет. Зашибись. Пока не научились, как взломать. Как мне нравится эта игра на самом деле, офигеть просто. Так, а где? Вот, вижу. Ты себе там случайно черепок не сломал? Оп, кепка разводчика пиццы, то есть ты еще и разводчиком пиццы работал, да? 55 рюкзаков по всему городу. Ребята, я все понимаю, но у меня не будет столько времени, чтобы вот эти все рюкзаки добывать. Хотя, почему нет? Так, давайте мы еще сначала отправимся в нашу лабораторию. Туда я хотел сказать, наше убежище, но это не убежище, а лаборатория. Так, все, давайте. И починим наш костюмчик, потому что он очень порванный. Слушайте. В серии... По 30 минут. Если ты не видел предыдущую серию, ты можешь прямо сейчас ее посмотреть. Надо мной есть подсказочка, нажимай, смотри, она тоже была практически 30 минут. Мне будет очень приятно, если ты после этой посмотришь первую, если случайно ее не видел. Если будет выходить еще дальше продолжение, то я сделаю отдельный плейлист с Человеком-пауком. Так, костюмчик. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Топаем. Что это такое? Проект схем. Нет, я сначала не буду это все использовать. Зачем, если мне нужно просто починить костюмчик? Порванный, конечно, неплохо на самом деле. Опа! Паркер! Доктор Октавиус,
Я... Что это у вас там? Лапша. Спалили. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да... Это ты. Я не знаю... Ну добро, ты пахну, дебил! Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел, но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А, да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. А, то есть он не выкупил. Не он думал то, что я это снаряжение его другу. Дебил! Ты вроде ученый! Ну, я, пожалуй, то есть он нас не раскусил, он думал то, что мы делаем снаряжение своему другу, Человеку-пауку. Хотя, может, он чересчур умный и на будущее сказал так, чтобы мы... Даже это очень сложно, это многоходовочка. Типа он знает то, что мы Человек-паук, но он сказал специально, что якобы не мы Человек-паук, а наш друг. Сложно. А что с костюмом, я так и не понял. Ладно, давайте еще проверим почту и посмотрим, надеюсь, что там такое. Док не уволить меня хочет. Старое и новое, проверить почту. Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты белый паук... Заметив костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. То есть он сделал улучшение для нас. А во вложении ты найдешь несколько моих идей, которые улучшают костюм и могут защитить Человека-паука, который так много делал для города. Я горжусь нашей общей работой. Так, ребята! Хорошо. Офигеть, сколько у меня костюмов. Чтобы заработать жетоны, выполняйте побочные задания, совершайте различные действия в городе. Удерживайте, чтобы изготовить улучшенный костюм. Этот? Ага, это реально улучшенный. У меня просто обычный, а вот это реально улучшенный. Хорошо. Доступен новый костюм и функция костюма. Давайте функцию костюма. Выбрать любую из доступных функций костюма можно в соответствующем меню. Костюмы также могут улучшаться с помощью модификации. Ага, окей. Выполняй побочные задания, достичь событий для получения доступа к костюмам, также функция и модификация. Создавайте модификации костюма с помощью жетонов. Модификация... Ага, вы можете выбрать до 3 модификаций. Должно сработать. Тьфу. Модификации, новые костюмы, улучшения, функции, всякие улучшения боевых искусств, джиу-джитсу! Опа, неплохо. Так, у меня новый костюм, да? Охренеть! Слушайте, крутой костюмчик. Очень даже крутой костюмчик. Извините. Привет, Нью-Йорк! Ладно, мне нравится, мне нравится. Новый костюм, старый добрый я. Ну, как я видел, костюмов там еще больше есть. Ууу, неплохо. Прошу прощения. Извините. Костюм очень мне нравится, на самом деле. Ну да ладно, давайте мы еще посмотрим, какие здесь есть костюмы. А, где эта фигня? Подождите. Костюмы новые. У меня был вот этот, порванный, да? Этот я смогу изготовить. Ух ты, нифига себе, этот не могу. Этот могу, но это просто тот же самый, просто... Ну, типа вышитый, я не знаю. Подождите, я могу еще вот этот костюм, да? У меня есть вот этот костюм и костюмы за предзаказ. Охренеть! Я могу вот этот костюм надеть, но это уже слишком. Это уже слишком хороший костюм. Это уже металлический от Железного Человека. И вот этот костюм Железного Паука. Ядрёна мать! Подождите, этот закрытый. Ребят, мне очень нравятся эти костюмы, но я их пока что не буду надевать, ну... Тут всякие есть у нас функции, модификации костюма. Это мы все с вами выясним в других уже сериях. Ребятки,
чуть не подавился. Хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. Серия идет уже больше, чем полчаса. Я надеюсь, что вам нравятся такие серии. Если хочешь продолжение, можешь ставить лайкокос прямо сейчас. И я уверяю тебя, то, что я выпущу продолжение. Все зависит только от тебя. Набираем хотя бы 25 тысяч лайков. Будет новая серия, которая также будет длиться больше, чем полчаса. Я очень на тебя рассчитываю, то, что ты поставишь лайкусик. Еще раз вам, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите больше видосов с плойки. И вообще больше видосов на канале. Скажу вам еще раз спасибулечки. Всем удачи и всем пока. We'll be right back.